Добро пожаловать на урок русского языка. Биатлон – это два спорта в одном, как будто мало одного. Уже в древности практиковалась охота на лыжах. Первая гонка прошла в далеком 1767 году, когда соревновались солдаты Швеции и Норвегии. Однако нужно подождать до 1960 года, когда этот вид спорта официально вошел в программу Олимпийских игр. В каждой гонке есть разные огневые испытания из положения стоя и лежа. За каждый промах во время стрельбы дается штраф. Что это за лица? Вы никогда не видели винтовки? С осторожностью использовать винтовку. Повторяйте за мной. Винтовка. Винтовка. Также беговые лыжи. Беговые лыжи. Лыжи. Также палки. Палки. Вы просто замечательные ученики.